Бывшие обитатели чердаков или подвалов, кошки, забытые хозяевами на огородах, котята, выброшенные в коробки на мороз. Каждому из этих животных пришлось немало вынести до того, как они попали в приемник. Кого-то принесли сердобольные горожане, кого-то сдали бывшие владельцы, а кого-то привезли с отлова. У каждой кошки есть свой хозяин, уверены сотрудники приемника. Просто не все кошки пока его еще нашли. Вот, например, Регина. Уже 2 месяца ждет того, кто придет и заберет ее из приемника. Регину нашли на остановке в ТИЗе, привезли в приемник. Сотрудники заметили, что она как-то странно передвигается. Потом выяснилось, что кошка полностью слепая. Отсутствие зрения не мешает животному ориентироваться в пространстве. У нее острый нюх и прекрасный слух. Кошка очень ласковая, спокойная и чистоплотная. Сотрудники приемника с большой теплотой отзываются о каждом своем подопечном. Всех животных здесь сразу приучают к лотку и стараются социализировать. Кошки в приемнике очень ласковые. Открываю сегодня любую клетку, и каждый ее обитатель начинает меня радостно приветствовать и играть со мной. Каждую кошку при поступлении в приемник осматривают, прививают и стерилизуют. После всех процедур животных клеймят, присваивают им индивидуальный номер и все сведения передают в Госветуправление. По закону, через определенное время после стерилизации кошек должны выпускать на улицу. Для многих это верная смерть. Поэтому заботу о животных берут на себя волонтеры и ищут своим подопечным ответственных хозяев. А вот эту очаровашку зовут Бонита. Год назад она поступила в приемник вместе со своими маленькими котятами. Котят раздали, а Бонита осталась ждать. Сейчас в приемнике живут около 20 кошек. Все они нуждаются в заботе, любви и внимании своего человека. Приемник находится по адресу Зернова, 24А. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.